В Бишкеке есть такие, как Чуйкова, Чокморова, такие училища, да? Они после 9 класса принимают, и их на самом деле очень мало. На одно место до 25 желающих, представляете, на одно место. А куда все 24 пойдут? Они пойдут на совершенно другие профессии. Часто вот знакомые ходят на профессию такую, как юрист, экономист. Но в большинстве они потом не работают на этих профессиях. А мы забыли, что урок труда, он у мальчиков вызывает желание, да, допустим, кто-то пошел бы на плотника и делал бы дорогие столы и зарабатывал бы намного больше, чем эти, допустим, другие профессии, да.